9:20 утра. В торговом центре «Карусель» тревога. На одном из основных выходов пожар. В автоматических дверях произошло короткое замыкание. Тут же сработала сигнализация и оповещение. Посетители и сотрудники в экстренном порядке стали эвакуироваться. На этот момент в магазине находилось около 200 человек. О том, что это возгорание – лишь учебная тревога, знали только спасатели. Поэтому на номер 101 тут же начали поступать сообщения как от администрации торгового центра, так и от посетителей. Наша цель, в принципе, на то, чтобы в очередной раз подготовить работников, которые непосредственно отвечают за безопасную эвакуацию людей, за безопасное нахождение людей в торговом центре. По замыслу учений в одном из торговых павильонов посетителю стало плохо, и он не смог самостоятельно покинуть помещение. Работник охраны магазина «Ома» Екатерина Шевелева не растерялась и помогла мужчине благополучно эвакуироваться. После того, как покупатели эвакуировались, я задействовала камеру видеонаблюдения и заметила человека, который остался в отделе сыпучих смесей. Я пошла к нему, и мы проследовали на выход. Условный пожар был ликвидирован, а сама эвакуация заняла около 3 минут. После учебной тревоги покупатели продолжили шопинг, а сотрудники приступили к работе. Периодически у нас инструктажи проходят, плановые мероприятия по эвакуации, помимо вот совместно с МЧС, помимо этого у нас общие собрания для того, чтобы обсудить какие-то нюансы, что можно привнести, что можно добавить. В целом, отмечают спасатели, специалисты «Карусели» сработали слаженно по 10-бальной шкале на 7. Однако есть к чему стремиться, чтобы в случае настоящего ЧП не было зря потрачено ни секунды. Людмила Любимцева, Максим Галионко, Бобруйск, 360.